Всем привет, ребята. Продолжаем играть в супер игру «Назад в будущее». Так, короче, мы зачем тебе влезать в чужой с Эмметом тут пытаемся болтать. Представь, что можно одним нажатием кнопки выявить чьи-либо умственные расстройства или определить правдивость показаний свидетеля, лишь подключив его к портативной машине. Твой прибор и такое умеет? Еще нет. Честно говоря, сейчас он умеет только оценивать моральный настрой, но дайте мне время на доработку и необходимые инвестиции, и тогда МАМ научится выявлять различные неврозы и психозы, алкоголизм, акрофобию, Эдипов комплекс. Че? Бред. И мы найдем способы их лечить, разумеется. Так, что-то мы слишком много. Ладно. Вижу, ты занят, может, позже поговорим? Как скажешь. Так, ладно. А, это знакомое, кстати. Место, давайте по... Блин, найдем мех, нам нужен мех. Мы нашли бриллиант. Так. Клапан. Ёпрасоте. Аквариум. Проигрыватель. Да чё ж такое, давайте взглянем на подсказки. Эми сделал карту своего душевного состояния. Так, ага. Эммет? Да? Блин, это не то. Разум закоренелого преступника. Это схема малыша Таннена, сделанная с помощью шлема оценки разума. Ты можешь просто, глянув на нее, сразу распознать... Нет, но если поместить ее в моральный анализатор мыслей... Так, отпетый банди. Не чудеса, это наука! Так, карта душевного состояния. Так, тише. Что это? Перфокарты схем разума, оставшиеся после нескольких недель работы и десятков испытуемых. Надо разобрать их до начала выставки. Почему? Эдна задумала грандиозный план по составлению картотеки морального облика всех жителей Хилл-Вэлли. Разве не чудесно? Не особо. Да. Значит, машина заглатывает эти маленькие карточки и сообщает, кто у нас хороший парень, а кто плохой? Почти. На самом деле вся работа ложится на шлем. А моральный анализатор мыслей — просто красивая бутафория. Так. Почему бы не обойтись одними карточками? Эдна говорит, что люди лучше реагируют на яркие огни и мгновенные решения. Ну да, ну да. И с этим не поспоришь. Когда ладно, давайте... Блин, надо найти... Надо же. Надо срочно найти его карточку, я ее пока не вижу. Переключатель, проигрыватель, принтер душевного состояния. Так. Ну что, у нас есть что-то? Список сильных сторон Эммета. Нет. Так, карта душевного состояния Эммета. Во! Прежде чем забрать схему разума Эммета, надо подменить ее другой карточкой. Ну, тогда... Схема разума та. Если схему Эммета сделать похожей на эту, Эдна перестанет считать его образцовым гражданином. Ну, забирай. Подменить карточку Эммета схемой Таннена можно, но только они подписаны. Придется делать новую схему разума Эммет. Блин, ну тогда бери. Еще карточку возьми и сделаем спокойно. Могу я... Конечно. Ага, это схема мистера Нидлмана. Положу-ка я ее в стопку к остальным хулиганам. Похоже, у тебя тут целая куча хулиганов. Около 90% жителей Хилл-Вэлли. Это немного беспокоит. Эта штука читает схемы разума. Так, блин, ну еще я не так делаю. Да вот же она. Прежде чем забрать схему разума Эммета, надо подменить ее другой карточкой. Блин, давайте Эммета спросим. Эммет? Да?
Да, как у него с отцом? Ты со своим отцом сейчас ладишь? Удивляюсь, как он до сих пор не разрушил твою лабораторию. Он все еще злится и грозится лишить меня наследства, но я верю, что практическая польза от морального анализатора мыслей заставит его передумать. Так, ты и Эдна, насколько у вас все серьезно? Ну, порой мы не прочь пошутить, но в целом ведем себя как вполне взрослые и серьезные люди. А что такое? Нет, я хотел спросить, насколько серьезны ваши отношения? О, как ученый я не могу выразить стопроцентную уверенность, но с большой уверенностью скажу, я по уши влюблен. Правда? В Этну? Что тут скажешь? Она моя муж. С тех пор, как мы начали встречаться, она подарила мне столько блестящих идей. Да, переводчики написали ухаживать за ней и встречаться. Это разные вещи, ё-моё. Так. Забрёл. Титры, да, не соответствуют. Субтитры, короче, не соответствуют тому, что они говорят. И поэтому. Поэтому не то это, не то, совсем не то. Блин. Ага. Я застрял, ребята. Надо что-то. Проекционный экран. Эй, а мы можем посмотреть на нем Франкенштейн? Прости, Гарри, но этот проектор нужен мне для демонстрации визуальных стимулирующих эффектов в ходе анализа мыслей. Бла-бла-бла. Франкенштейна лучше смотреть на большом экране. Согласен? Ставка. Повтори, что делает печатная машинка? В ходе анализа мыслей прибор принимает сообщение от шлема оценки разума и делает ее по карте. Вроде той, со схемой мистера Таннена. Звучит сложновато. Вообще-то, после того, как Эдна подкинула мне идею, собрать прибор оказалось легко. Получается, тебе надо заняться более важными делами. Что? Прости, мне нужно работать. Да блин, ну что же не так я делаю? Похоже, у тебя тут целая куча хулиганов. Около 90% жителей Хилвелли. Это немного беспокоит. Да ё-моё. Ничего не вышло. Эта кнопка переключает слайды в ходе проверки разума и работает только во время эксперимента. Блин, может включить этот эксперимент нафиг? Выключатель тестера. Так, переключатель слайдов. Пофиг ему. Желтенький, значит, без различия. Все, хорош. Я думаю, достаточно. По словам Эммета, эта машинка печатает схемы разума. Так, значит, недостаточно было. Надо было, блин. Кнопка действует только во время проверки разума. Давайте еще раз включим и еще раз будем переключать, короче. Так. Это Паркер. Короче, офицер Паркер. Давайте еще переключим. Дальше у нас идет какой-то чувачок. Я даже сам не знаю, кто это. Это его отец, может, батька.
Так, еще переключаем. Это кто еще? Изобретение Эммета представляет его образцовым гражданином. Что ж, посмотрим. Так, Эммет должен посмотреть на фото Трикси. Эммет? Да? Эй, как это мой аппарат сам запустился? Блин. Ага. Вот фигня. Я что-то опять не то сделал, да? Надо было до конца нажимать эти переключатели. Ладно. Так, давай дальше. Это кто такие? Я не знаю этих людей, но им посрать вообще. Давай дальше. Кто такие? Только вот знаю, Эдна первая была, Паркер и, короче, Трикси последняя, которая. Вот он, Трикси. Давай дальше. Ну, отлично. Теперь вставляем за место этой карточки сюда. Так. Поменять местами схемы Эммета и какого-то негодяя – хорошая идея. Но сперва надо прогнать схему через моральный анализатор мыслей. Так у меня же есть, осёл ты. Поменять местами схемы Эммета и какого-то негодяя – хорошая идея. Но сперва надо прогнать схему через моральный анализатор мыслей. А, через моральный анализатор... Точно, сейчас проверить надо. Так. Бездельник, отлично. Далеко не лучший образец, но если мне нужно устроить Эммету проблемы, придется опустить его на самое дно. Эта штука читает схемы разума. Так, что, нам это не пойдет, да? Блин. Заново делаю. Так, короче, когда показывают Эдну, он должен злиться. Ну ладно. Так, а как же ему сделать, чтобы он злился? Так, переключатель принтеров. Похоже, у тебя тут целая куча хулиганов. Около 90% жителей Хилл-Вэлли. Это немного беспокоит. Так, ему пофиг, да? Да блин, что можно с этим придумать? Это фотография Эдны. Эммет на нее запал, значит, предполагается, что реакция на снимок должна быть положительной. Так, положительный, значит, должен... Давайте глянем. Сказки. Ё-моё. Когда выстав... Что это? Плакат, который мы повесим перед стендом на выставке. Ученый, поймавший малыша Танана? Небольшое преувеличение, но Эдна сказала, что так мы привлечем инвесторов. Как тебе фотография? Ты выглядишь так, как будто у тебя запор. Что? А Эдна считает, что собранный. Ну да, так и собираешься сделать. Я все понял. Надо найти снимок получше. К сожалению, здесь такой богатый выбор. Да. Очень. Мама была просто... А, кто-то просил фотки. На фото каждый мой шаг. Фотки Эммета кто-то просил, ну ладно.
Эммета для Трикси. Так, фотоальбом. Эй, Эммет, у меня появилась идея. Какая? Я могу отнести фотоальбом Эдне, а она сможет подобрать правильный снимок. Прекрасная мысль. В любом случае, в таких вещах она разбирается лучше меня. Спасибо, приятель. Не за что. Так, отлично. Эммет сделал карту своего душевного состояния, друг, что... Ну, это понятно, это я пробовал. Нет у него карты. Вот она. Прежде чем забрать схему разума Эммета, надо подменить ее другой карточкой. Так. Это фотография Эдны. Эммет на нее запал, значит, предполагается, что реакция на снимок должна быть положительной. Значит, мы должны сделать ее отрицательной. Ну, что же для этого делать-то надо, а? Осторожно, не то улетучится весь аромат. Так, ага. Аквариум, да? Как дела с фермой бактерий? Так себе. Бактерии мутировали и вышли из-под контроля. Пришлось перекрыть трубку подачи азота, чтобы не воняло на всю лабораторию. Так, давай-ка... Клапан. Включаем клапан. И у него воняет. Давай. Эй, давай еще, чтобы воняло прям. Отлично. Так, теперь переключаем. Так, на него фото Джона. Сейчас угадаю. Это Джон Уилкс Бут, убийца Линкольна. Я так понимаю, реакция на него должна быть отрицательной. Так, а мы сделаем положительную. Пахнет куда лучше. Давай-давай еще раз. Как вкусно пахнет. Так, переключаем. Так, Паркер. Как заставить Эммета проявить реакции, противоположные тем, которые ждут? Это Дэнни Паркер. Он полицейский, значит, так. Примерный гражданин должен положительно к нему относиться. Так, положите, значит, мы должны сделать отрицательно полностью. Давай, 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 клапан верти. Где наш клапан? Не, надо совсем плохо сделать. Так, переключатель. Так, следующий. Это кто у нас? Так, я не знаю, кто это. Не знаю, кто это, но сходство с Таноном очевидно. Так что, наверное, персонаж отрицательный. Отрицательный. Значит, надо сделать положительное. Как вкусно пахнет. Так, переключатель где у нас? Вот так вот. Это кто, блин? Так.
Эй, этот снимок висел в комнатке Эдны, образца 86. Ребенок плюс родственник Эдны наверняка положительный персон. Значит, делаем его отрицательным. Давай, давай, давай. Так, давай, 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 еще раз. Так, ему же не нравится, это хорошо. Так, переключаем. Так, вот Трикси наша. Он к ней должен нейтрально относиться, а мы сделаем, чтобы был положительно, я так думаю. Так, давайте посмотрим, что он Трикси. Скажет. Трикси, к ней Эдна относится неодобрительно. Следовательно, реакция отрицательная. Так, тушеное мясо. Давай, 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 положительное. Как вкусно пахнет. Так, отлично. Переключатель. Зашибись. Эммит Браун готов. Теперь посмотрим, правильно ли я все сделал. Эй, Эммит, похоже, что-то случилось с твоим тестом. Опять эту чертову кнопку коротит. Чинить уже некогда. Придется разбираться с ней на выставке. Кажется, новых схем разума сделать уже не удастся. Ладно, проверим эту и будем надеяться на лучшее. Так, ладно. Есть! Теперь схема разума Эммета ничем не лучше схемы Титана. Теперь мне осталось лишь подменить исходную схему разума Эммета, а остальное сделает его собственное творение. Так, ладно. Наконец-то, блин, ребята. Меняем карточку. Итак, Эммет, приготовься к встрече с новым собой. Эй, что? Чуть не забыл свою схему разума. Мы покажем ее на выставке в качестве яркого примера образцового гражданина. Я думал, меня запали. Эдна меня бы точно убила, если б я ее забыл. Она тебя и так убьет, как только увидит схему твоего разума. Когда Эммет прибудет на выставку, нужно как-то заставить его сунуть свою карточку в анализатор мыслей. Но сейчас лучше сосредоточиться на том, как выставить Эммета неряхой и... Так, убедите одну, то, что Эммет растяпа. Ну чё, выходим отсюда? Эммет, мне надо ненадолго отлучиться. Я думал, что Эдна прислала тебя присматривать за мной. А, ты справишься. Так, никто не прислал. Так, хорошо. Что нам еще остается? Убедить это в том, что это похоже, это впечатлено. Так, ладно, ребята, в следующей серии, это уже слишком долго я играю. До скорых встреч, подписывайтесь на мой канал и ждите новых серий. Пока.